Вот они уже на льду. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Спортсмены, представляющие тренерскую группу Алексея Горшкова. В нынешнем сезоне дважды выступали эти спортсмены на Гран-при России. И оба раза стояли на пьедестале почета. На третьей и второй ступеньках соответственно. А сейчас дебютируют в рамках чемпионата страны. Ну что ж, вот как раз показали Елену Тальчиковскую, аплодирующую ребятам. И вот, наверное, если брать прием зала, то, наверное, это наилучший прием. Может, просто действительно уже зрители поняли правила игры и включились в поддержку спортсменов. Посмотрите, как аплодирует зал. И по делу аплодирует, потому что была такая единая органика в этом танце. Особенно в первой половине. Первая половина мне прям очень понравилась. Чуть-чуть во второй половине танца опять съехали на исполнение элементов. Видимо, стали контролировать, чтобы уже нигде не придумать себе ошибку на ровном месте. Но начали такое, знаете, немножко канадское катание. Такие крутые, очень низкие дуги. У ребят. Я так понимаю, что это комплимент. Да, а что, у них есть этот плюс, они действительно вот в скольжении, опять же, привитый, как мне кажется, Игорем Шпильбундом, который является нашим, являлся, ну, является нашим соотечественником. Вот он внес такое катание на низких коленях. Мне очень понравилось это выступление. Интереснейшие элементы, интересные входы в поддержку. Вот обратите внимание. И вот здесь как раз партнер в позиции кораблик был абсолютно на месте. Кстати, сейчас комбинация твизла будет. Но я не могу сказать, что я не очень люблю твизлы с такой раскрытой ногой. Они все-таки
не так эффектны, когда партнеры все-таки находятся в бою. Вот цель какая близкая позиция. Это, кстати, очень здорово. Прям рядышком они делают это. Но что мне нравится, что есть такой класс, какая-то уверенность в исполнении. Ну, опять же, неудивительно. Группа тренируется, ребята тренируются в группе Алексея Коршкова. И я уже много сказал добрых слов Лёше и Людмиле. И не устану говорить о них. Вот вы сейчас видите весь этот квартет. Ну, хороши, что говорить-то. Они постепенно... прибавляют буквально с каждого. Прям для меня, честно говоря, открытие сейчас этого турнира. Еще раз говорю, ох, какие хорошие оценки. И это открытие потянуло-то почти на 80 баллов. Да, это очень здорово. И видите, как здорово, когда ты забираешь и зал, и все начинают тебе аплодировать.